У каждого из нас есть мечта. Мы засыпаем с ней и просыпаемся с ней. Они мечтали. Рядом будут великие футболисты. Было непросто. Я думал, что я не смогу победить. Мы даже не надеялись, что мы победим. Не было шансов. Но они верили до конца. Просто думала, что как бы в этом году я как бы гарантирую себе победу тем, что у меня получится, у меня есть опыт в этом. Старались и шли к своей мечте. Каждый день упорно тренироваться. Показать, на что я способен. Преодолевать самого себя надо. И вот они стоят в центре праздника, под взглядами сотен тысяч, как настоящие звезды футбола, которые прямо сейчас жмут им руки. Помню, я прыгала до потолка, что я узнала это, и была интрига. Как в самом лучшем сне, как в самой смелой мечте, которая сбылась. Я не поверил сначала. Да. Большой успех был для меня. Это они ее воплотили. Нужно бороться до конца. И это все всерьез. Юный арбитр Киа, иди к своей мечте. Ну, а так моя мечта. Я хочу забить пенальти Акинфееву.